То есть основной аргумент у шведской стороны был это финансовый, да, что невозможно будет провести, потому что не хватает финансов. Мы попросились, сколько это будет стоить. То есть сколько не хватает денег. Когда нам объяснили сумму, то мы сказали, что мы готовы. ФИП не имеет никаких требований финансов. ФИП отдает все свои права, это реклама, телевидение, отказывается за счет принимающей стороны проживать все члены ФИБ, значит, отказывается от проведения конгресса на территории, то есть во время чемпионата, то есть это обычно всегда принимающая сторона брала расходы на проведение конгресса на себя. Мы отказались, что ФИБ готова взять все это на себя. После этого, значит, где-то до понедельника, до 6 вечера мы должны были получить окончательный ответ о проведении чемпионата мира. Нам, значит, Шведская Федерация сказала, что не может провести.